Еще вчера они грациозно дефилировали на каблуках, а уже сегодня они спринтеры, которые несутся к победе сначала в сланцах, затем в кроссовках, а потом и вовсе на шпильках. Возможно ли остаться целой и невредимой на последнем этапе нашей эстафеты? На старте команда номер два. В ее составе Валерия Горных, Юлия Иванова и Полина Ковалева. На старт, внимание, шпилька! Как-то вяло выходит у девчонок. Видимо, бег с перебыванием слишком утомителен. Ура! Первой стала Полина Ковалева. Девушка проходит следующий этап – сражение лучших из лучших. А ветераны проекта Лера и Юля просто счастливы. Наконец-то можно вновь расслабиться и быть просто красивыми. Как считаете, почему пробежали так плохо и не стали победительницами в своем забеге? Потому что выдохнулись. Бегали не один раз, 3 забега делали. Первый был не такой сложный, в принципе, в сланцах. Второй в кроссовках тоже, но третий совсем добил нас. Это были туфли на высоком каблуке. Конечно, было сложно. А как вы хотели? Легкие испытания позади. Впереди война. Война красавиц. И они готовы на все ради победы, даже ноги в кровь стереть. Как оказалось, Юля тоже готова пожертвовать ножками. Даже предположила, что бежать кросс только на шпильках было бы проще. Просто когда мы переобуваемся, мы уже запыхаемся, наклоняемся, отвлекаемся на это. И поэтому лишнее телодвижение. Да, и поэтому уже сложнее. Вот. Лучше бы мы бежали большую дистанцию, но на шпильках. Тренируйтесь, девчонки, вдруг в следующем году увидимся. А телезрители уже в этом сезоне проекта могут не только тренироваться, но и голосовать за самые лучшие ноги этого проекта. Смотрите нас на сайте Курган.ру, на кабельном канале и СТС. Увидимся! Рада сообщить вам, что в городе новая, яркая и сочная коллекция обуви. Сезон весна-лето 2014. Торопитесь в магазины Франческо Донни, Лизет, Ральф, Эвита, Айдини, Зенден, Планета обуви, Монро, Баден и Калипсо. Наши девушки всегда на связи. Благодаря новой услуге акция «Супер СМС» от оператора сотовой связи «Мотив». Акция «Супер СМС» создана специально для тех, кто ежедневно отправляет много коротких сообщений своим друзьям и близким. Цена одной СМС на номера абонентов «Мотив» и других операторов России составляет всего лишь 35 копеек. Не считая СМС-ки, подключай акцию «Супер СМС». На основе минеральной воды «Свежесть» компания «Зауральские напитки» производит различные сладкие безалкогольные напитки, так называемую газировку. Эта продукция безопасна даже для людей, страдающих сахарным диабетом, так как она сделана на фруктозе. Так что наши участницы пьют ее с удовольствием и не переживают за фигуру.